Побывали в Северодонецке, только что выполнили программу по мирным жителям. С большим привезли гуманитарки много разной. Да, Руслан сейчас расскажет, что мы вообще тут делали. Если подробно, подробно. Сейчас машина проедет, скажу. Если так будет подробно брать, значит, что? Сегодня был праздник. Слыней поехали, купили наборы продуктовые, 150 штук. 150 штук. Кстати, спасибо этим людям на оптовой базе, которые пошли нам навстречу, и они упаковали все сами. Мы сразу уже готовое все загрузили. Приехали. Заехали в два места. Одно такое было прям мрачное, да? Да, совсем мрачное. Совсем мрачное. Вот второе место почище. Но дело в том, что проблемы одинаковые у них. И это дом, который почище, вроде бы и целый, и там, где разрушен, потому что электричества нет, воды нету. Ну и плюс эти все, ну и есть там тоже особо нечего. Увидели хороший дом, где очень социум был создан уже, как бы между соседями. Они поварили газ, поварили воду, у них есть вода во дворе, у них газовые трубы восстановлены, ждут служб газовых для того, чтобы мы подключили. То есть очень дружные люди, нам понравилось в этом дворе. Да, мы добавили груз, у нас нам передали эти сиропы от кашля, мы тоже туда докидали людям. Нам передали там разные кушетки, чернушек, вот тоже привез Руслан. Мы это все собрали и передали. Люди залубались, нас это радует. Да, и еще, что просто подвести итог, я хотел бы... То, что мы молодцы, как бы, да, надо похвалить самих себя, это очень важно, потому что кто нас еще похвалит? Но хотел я сказать на полном серьезе вот что. Послушали мы разные истории, и они почему-то все одинаковые, все, что касается Украины. Что здесь в Северодонецке, что в Мариуполе, что Попасное. Везде, где бы мы, в Рубежном, где бы мы ни бывали, всегда одна история. Но это, я думаю, уже в видео увидят там как-нибудь. Да, это уже расскажут сами люди, чтобы мы были... Не со слов рассказывали, да, а именно сами люди это все расскажут на людях. В общем, что, всем мира, всем добра, чистого неба, мирного. Всех поднял, обнял и на место поставил. И минуточку внимания. Друзья, значит, товар этот, вот, как называется, продуктовые пакеты, да, это значит, привезли мы от канала, от одного YouTube канала и Telegram канала. Значит, Telegram канал называется Лыня 14, YouTube канал называется Колхоз Дело Добровольное. Вот, привезли мы вам пакеты продуктовые, вот эти наборы. Потому что сегодня праздник. Какой праздник, знаете? Покрова. Да ладно, красавчик. Вот видите, мы не зря приехали, потому что мы люди православные, и вы православные. Я думаю, порадуем вас немного, да, вот, в общем, вот такое. Значит, пожалуйста, без вот этих всех, аккуратненько. Мы же все люди воспитываем. Пакетик раз. Да, оп. Два пакета. Два, а, нет. Что-то, а, знаете, что? Так, давай, следующий. Спасибо большое, спасибо огромное, всех с праздником. Всем привет, всем здоровья. В общем, дай Бог нам мира побыстрее. Согласен. Спасибо большое. Всего вам доброго. Его зовут Сергей. Дайте ребенку. Я им доложу. Ребенок. На одного человека. Ребенок к тебе. Печенюшек на тебя от кашля. Мама по маме. И по салфеткам. Салфетки дайте. Салфетки. Это не сильно.
Вот это мама поможет. Подождите. Ты классно вообще труба, у тебя вот это все, кажется. Все любишь? Нет, Тонечка, не страшно было? Ну что, просто страшно? Так, открывай пакет. Ставь на пол, открывай. У нас единственный ребенок здесь. Не боялась, и нас не поддерживала. Ну вот, умничка, давай. Так, мы тебе напихаем сейчас шоколадок. Раз у нас тут не много. Ты что, взял? Так, подожди. Спасибо. Давай, я тебе. Одну можно, хоть я и дед. Можно. Давай. Держи, дед. Сережа, еще два. Спасибо большое. Еще. Пакет что? Все, вот у меня пакет. Давай, сюда. А, вот так открывать? Что вы? Вы вот там вообще. Давай, все. Давай еще. Еще не выключил? Нет, пакет, это полная машина, еще вон из-за вон еще включили. Нагребайте, сколько в руки влезет. Бери, бери побольше. А еще, давайте, еще сейчас. Давай другой пакет. А на Игорь будет конфеты. Да правильно не делай. Давайте еще детям. Давайте. Вот, что, вот, что, это детский. Дети, да? На мне все остальное. Да? Ага, спасибо. Следующий. А печенье, да? Мать, печенье не дали? Мать, печенье. Не, не дали, дали, дали. А, дали, все. Следующий, ботинок, все, давай. Берите. Да. Ну сейчас он пацан возьмет сам. Да что он сам возьмет, молодой? Я возьму. Дедушка после инсульта. Не-не, мы все понимаем, просто мы не можем без личного присутствия. Ты же понял, нормально, пойдем за дедом. Все. А где еще? А, это вот две бабушки. А, это вот две бабушки еще. Вы получали, да? Нет. Так, берите. Спасибо. Берите. Спасибо. Данила, давайте. Возьмите. И вы тоже не получали, да? Спасибо. Так, мать, это тебе. Давайте. Всё, это сюда, давайте. Давай сюда. Спасибо большое. Еще раз. Да, и то, и то. Спасибо. А дали брал? Дали, дали, дали. Дали, дали, дала, дала. Ну, пошли, все, да. Спасибо. Спасибо. Давайте я пооткрываю. Постели сырые, холодные, ну хотя бы свет нам дали. Мы бы уже сами электропечку купим, потому что газа нам даже баллоны не заправляют на заправку. Ну сейчас такая ситуация в городе, хотя бы заправляли просто даже баллоны газовые, если мы покупаем за свои деньги. Нет, с той стороны по очереди. Слушай, капусты, все надо берите. Вот и давайте, потому что сколько надо, сколько я давал. Спасибо, ребята. А ты меня уже положила? Да, вот так. Мать, давай. Тяпа, я будем, чтобы печенье поставить? Печенье, раз. А это лечимся. Два. Следующее. Вот так, печенье есть? Печенье дали? Нет, я же вы сказали оттуда остановить. Все, отлично, давай. Вот. Раз. Нет, ребята, кого? Кого? Кто откуда? Кто откуда? Кто откуда? Кто откуда?
Спасибо вам большое, ребята. А тут некоторые говорят. Я не мальчик, девушка. Ну, девушка, говорят, это не барышня. Она маленькая, все равно не донесет. Ну, еще барышня, ё-моё. Спасибо большое. Туда, пакетик, возьмите, пожалуйста. Нет, стоп, пароль. Пароль. Какой праздник сегодня? Этот самый. Нет, не давай пока пароль не делай. Вспоминай. Блин, покров. А паспорт нужен? Паспорт нужен. Давай сюда. Ну, давай. Пригодится. А пароль спросили? Нет, я не знаю. Праздник какой сегодня? Покров. И казачество. Да? Да. Свои люди. Ну да. О, а мы вас ждали. Наконец-то вы пришли. Наконец-то. Люди добрые, спасибо. Мы ждем вас и ждем. Юль Васильевна, вот там пакет дают. А, сюда надо идти? Да, сначала сюда. Ой, хорошо. Вам дадут. Где-то лекарство. А, может, вот, да. Так, может, я помогу. А, и лекарства. Ну что сказать, спасибо большое людям, которые нам помогают это делать, которые нам дают право распоряжаться деньгами, которые они жертвуют на людей, чтобы мы распоряжались. Спасибо Марине, которая передала много чупа-чупсов. Мы их раздаем уже вторую неделю. Марина, спасибо тебе за пельмени. Ой, за пельмени. За блины тоже огромное тебе спасибо, Марина. Ну и вообще, как бы, люди наши все. Мы обязаны им помогать. Зима идет, тут очень холодно. Отопления нет, воды нет, света нет. Ну, Северодонецк, как бы, вот. Вроде как бы чистые стали улицы более-менее во дворах, где люди ухаживают. Ну, все остальное, все на этом стало. Сейчас говорят, вроде строители уехали, бани уехали. Можно нам хороший тормозук, спасибо. Мы вам благодарны. Мама, скажите. Спасибо. Спасибо. В праздник такой нам сделают праздник. Мы благодарны тем, кто организовал очень хорошие тормозки. Сюда. Это самый старый долгожитель.